Сейчас. Всем привет. Сегодня у нас такой денек выдался интересный. Вот в земле откопали боеголовку. Лет 40, наверное, 50 она пробыла в земле. Ну-ка поближе, покажи-ка. Да, вот она. Вообще жесть, да? Угу. Тяжелая, килограмм, может, полтора весит. Вот, сейчас у нас есть один план небольшой. Деактивировать ее, так скажем. Вот, ищем место безопасное. Как бы все равно мы в этом разбираемся немножко.